Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. В магазине бесплатный пак. Рахзар выпадает. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас происходит на арене. Не сбросили меня? Сбросили. Нахожусь я в данный момент на 44-м ранге. Ладно, это мелочи. Давай сделаем, наверное, все ежедневки для начала. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну что, друзья мои, сегодня воскресенье, завтра будет понедельник. Как ты знаешь, что я буду работать, но я буду работать в ночь, поэтому буст, скорее всего, он будет завтра. Но чтобы мне не париться, да, я сегодня вот доделаю все, что нужно. То есть я опять зайду в топ, чтобы завтра мне уже не отвлекаться, просто проснуться и уже бустить идти. Так, ну что, добиваем Криса. Не вышло. Отлично. Так, здесь у нас Джастин и Мутагеноид. А может хильнуться нам, а? Не надо. Так, давай волну, наверное, сделаем смертельную. И пулеметная дробь. Вот, в принципе, и все. Быстренько мы их разобрали. На арене нам надо будет всего лишь сделать 3 поединка, получается. Если мы на 44-й позиции, грубо говоря, по десяточке возьмем. Ну да, 3-4 максимум. Так, ну что, теперь надо нам идти на поиски, да? На поиски для крысиного короля. Нам остается прокачать последний, так скажем, скилл. Подземный житель до 6-й ступени. Начнем с геймпада. Так, здесь выпадает джойстик. Опять джойстик. Да что, ты специально, что ли, джойстиками меня сегодня? Во, геймпад есть. Тут мимо. Да. Одни джойстики выпадают. Так, и последний нам нужен. Нам нужен последний геймпад. Да где же он, а? Да что ты. Есть, нашли. 8 очков, блин. Но нам нужно 7, но все равно, ребята, это очень много. Тем более мы знаем, шанс выпадания в этих очков, он мизерный. Ну, сам видишь. Ладно, мы, короче, сделали задание. Будем дальше уже в следующей серии продолжать поиски. Поднять уровень персонажа. Но сейчас я не смогу, потому что у меня 15700 мутагена, а нужно там, по-моему, 30. Это если на Макмана. Что у нас тут по испытаниям? Ну, по испытаниям у нас все норм. Так, давай попробуем получить кожеголового, если получится. 50 жетонов, хорошо. Так, Донателло, Рафаэль. Опять 50 жетонов. Нет, тут нам с кожеголовым не повезло, к сожалению, друзья. Ну, что сделаешь. Не всегда фартит, как говорится. Ну что, пойдем в магазин. Глянем. 355, а нам нужно 530. Блин, монет 2675, прикинь, сколько у меня монет. А долларов пока маловато. Ну что, остается только лишь турнирка у нас. Ну давай посмотрим. Так, 24-й. Наверное, я... Слушай, зачем я так делаю? Тут проще сделать раз, два. Раз, два, три, вот так вот. Поехали. Так, я думаю, что здесь, друзья, будет изично все. Кто-то мне написал в комментариях: Рэй, попробуй пройти 7-е испытание в суперсложном режиме. То есть я так понимаю, что речь шла именно про основную,
про основную ветку событий, ну, то есть по истории. Но ведь вроде бы у меня как бы есть серия на канале, когда я ее проходил. Причем проходил я ее не прокачанным. И скажу, что довольно успешно у нас получилось там все это сделать. Так, как думаешь, мы здесь сможем разрулить? Давай не будем рисковать, сделаем вот так. Потому что вот этот Майки смотрит хитро как-то. Вот именно этот. Типа, давай-давай, сейчас тебе устрою тут. Ты гляди-ка, что творят. Вот это мы попали, ребята. На нас дебафов навесили. Этот еще и усиливает команду. А мы сегодня ходить будем или нет? Я что-то не понял. Зашибись. У нас по уровню все намного круче, и мы еще и ходим последними. Круто. Ну-ка давай. Нормально, Ваня. Все, будут знать охламоны. Нифига себе, они там раздухарились, ты видел, да? Они 79 уровня, у нас 100 стоят. Здоровски, конечно. Так, ну что, переходим на 21 позицию. Ну давай, давай возьмем так, Донни, Лео. Вот такая у нас будет команда. Ну, естественно, они разберутся здесь вообще на изи. Так, погнали. Первым идет Усаги, естественно, со своей супервертушкой с наложением постепенного урона. Так, замечательно. И Леонардо, естественно, добивает. Но не всех. Блин, этот Макман пока бежит, и такое ощущение, что он того и гляди рассыпется. Да? У него, я не знаю, как у него вот эта вот зеленая слизь, которая, видимо, раньше называлась кожа мяса, висит на его костях. Ему двигаться-то нельзя, он там бегает, еще и дерется. Жуть какая-то. Ладно, 17-24, поехали. Берем Рафаэля, берем Майки, Зек, Железноголовый и Рокзар. Посмотрим. Ну, тут, естественно, нужно, наверное, начать с уклонения, скорее всего. От Микеланджело. Потом, по возможности, надо брать провокацию на Рафаэля. Смотри, что делает. Он думает, что он очистится, да? Слушай, на Рокзара не надо брать, я думаю. Все-таки... Блин. Да, я возьму на Рафаэля. Я знаю, что сейчас Пит отхиляет команду, но... Лучше сделаем так. Смотри-ка, он не стал хилять, прикинь. Ой, дурачок, Пит. Нет, чтобы захилять команду свою, он побежал в атаку. Насмешил, конечно. Ну куда ты бежишь? Ну что ты, ну что ты? Штаны не потеряй. Опа. Ваня, вот это ты зря, конечно. Не зря мы с тобой здесь сделали уклонение, потому что я знал прекрасно такой вот расклад. Минус. Минус. Все, ребят, разобрались вообще без проблем. И остается, скорее всего, у нас последний поединок, который быстренько с тобой пробежимся. Или не надо? Не надо, ребят. Так, ну что, давай посмотрим, где это у нас находится. Так, вот приключения. Так, погоди-ка, а здесь тоже же можно? Нам здесь никто не нужен. Вот, сюжет. 7 глава, так? Об этом меня просили, я так понимаю. Ну, например. Смотри. Блин, мне самому интересно, как я его сейчас тут заварганю. Да, наверное, на изи. Тут, кстати, 80 уровень противников. Блин, я как вспомню, неужели я это проходил все, а? Так, нифига он там хиляет. Хильнул один разок и все хп им восстановил сразу же. Нормально. А враг тут будет, я так понимаю, Прайм, да? Крэнк этот. На тебе. Да, как же это давно было.
Так, ну здесь, наверное, можно сделать вот так. Вообще с одного удара. Ну вот, и Prime сейчас вылезет. Вот так вот он выглядит. Да, тут он даже ничего нам сделать не может, прикинь. Даже не попадает. На тебе. Валуном теперь по башке ему. На. Чего тебе не нравится? Так, давай, ладно, посмотрим, что он еще будет делать. Мы уже не посмотрим, потому что постепенно урон его уничтожил. Все, улетел. Ну, вот так вот, ребята. Это сейчас легко. А когда я его проходил в первый раз, ой, поверь мне, это было совсем нелегко. Совсем нелегко. Да, тут вот такие вот. Противнички нам выпадают. Ну, я надеюсь, ребята, кто просил, тот понял, да? Всего здесь 7 глав. Я бы, конечно, хотел бы, честно говоря, продолжение, чтобы было и 8, и 9, и 10. Было бы вообще круто. Ну что, нам остается вроде бы как все. Все, что я хотел, я сделал. Единственное, что мне нужен мутаген 30 тысяч. Вот где мне его набить? Где мне набить 30 тысяч, а? Ну-ка, дай-ка я кое-что проверю. Так. Сколько у нас в данный момент мутагена? 21 тысяча, да? 21 тысяча. Попробуем. Я кое-что хочу проверить. Так, раз, два, три. Идет мутаген нам за победы? Или же нет все-таки? То есть я имею в виду, мы уже с тобой в топчике, как бы, и деремся. Сейчас проверим. Идеальная победа. Ну давай, 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 не жмись. Да, 1000 с лишним идет. Идет, ребят. То есть 22 тысячи уже. Ну, короче, по 1000 мутагена за один бой. Но этого все равно мало. На Макмана нужно 30 тысяч. То есть это только в следующей серии он у меня получит уровень. Так, вот тут, кстати, можно мутагена немножко набить. Чуть-чуть, но мне кажется, вряд ли я тут набью 10 тысяч мутагена. Дай боже там тыщенку-то набить. Ну сколько у нас тут сейчас выйдет? Первый поединок дает нам 300 мутагена, насколько я помню. Да, 300. Второй дает 600. Третий поединок дает 900. Потом 1200. Потом 1500. Это так, сейчас проверим. Сколько мы здесь набьем? Так, 600. Дальше идет 900, как я и говорил. То есть прибавляется по 300. Потом получается 1200 и 1500 мутагена будет. Но 1500 это все равно мало. Так, 900, 1200 и получается действительно в конце 1500. Как-то так, ребят. Но все равно для вот, как говорится, новичков, которым нужен очень сильно мутаген, я думаю, что это событие очень даже идет хорошо в плюсик. Потому что на начальных этапах там не так много нужно мутагена. Так что зарабатывай, прокачивайся. Все у тебя, как говорится, будет хорошо. Ну что, последний поединок. 50 уровня здесь мутагеноид. Естественно, мы его с полточка разбираем. И еще 1500 мутагена в плюсик. Как бы вот в совокупности очень даже неплохо. Итого у нас
26 800. То есть не хватает буквально 4000. Но нам не собрать с тобой нигде эти 1500 мутагена, к сожалению. Так, поднять уровень персонажа все равно придется. А давай, наверное, поднимем тогда Эйприл. И заберем здесь последние наши награды. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Уже увидимся в понедельник на Бусти. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.